У Виталика Верловицкого он оказывается. Играть. Встаем, встаем. Три очка от Цыганова. Ай-яй-яй. Лебедев там борется. Кто непонятно кто с кем. В итоге мяч остается у Аделанта. А выиграно еще 30 секунд. Ничего не изменилось, а 30 секунд выиграно. Ероян. Цыганов просит уйти всех. Заслон от Лебедева. Ай, перехват. Перехватил Тарасов. Спалят, спалят. 10 номер Трунов, конечно. Спалил. За боковой будет выноситься мяч. Щербаков решил спасти всех. Спас. 3 очка. Разминаются вторые коллективы. Цыганов наверх на Верловицкого. Верловицкий 3 очка. Мимо. А там Цыганов рядом есть. Все, ребят. Цыганов сделает свое дело. Еще 20 секунд ждите. Здесь у нас Трунов. Не торопится. Ероян. Трунов. Пойдет в проход. Скидка на Лебедева. Нету там. Непонятно, где мяч. Спорный. Борьба перешла в партер. Наш мяч. Наш мяч — это чей мяч? Четыре секунды на владение. Я не могу понять, что они там спорят. Играем. 4 секунды на владение для Аделанта. Ай, неудачный пас. Цыганов в итоге бросил. Верловицкий забрал. Минута 20. Гоняет мяч. Пол. Свалил Роман Тарасов. А это всего-навсего третий фол. Так что можно фолить до бесконечности еще. Верловицкий. Ай-яй-яй. Не донес сверху чуть-чуть. Хотя, мне кажется, не надо было торопиться. Как бы боком эта попытка не вышла. Мимо там, мимо Тарасов. 2 очка есть. 56 секунд. Взял кто-то тайм-аут. Играть. Свалили наконец-то. Тайм-аут взял ГВД. У нас, обратите внимание, 52,6 секундария. Смотрим. Минус 5. Еще, мягко говоря, не все потеряно. Однако тут мяч сбоку будет выводить Аделан. Даже не сбоку, а с 8 метров. Еще можно придумать что-то. Сережа Майданик что-то не выходит, непонятно мне почему. Считаем. Играем. Цыганов. Пол. Хорошо, что не спортивный, а я по старой схеме называю это умышленным фолом. Просто простой фол, 2 штрафных пробьют. Интересно, если еще тайм-ауты у ГВД. Цыганов мимо. А вот вам, пожалуйста, еще один штрафной. Второй точек. 6 очков. Ну, это не смертельно, во всяком случае, но достаточно. Ищенко.
3 очка мимо. Все, вот здесь все. А вот это, мне кажется, уже много значит. Верловицкий Виталик будет бить 2 штрафных. Первый штрафной Виталик точен. Второй мимо. Раньше времени выбежал Трунов. Поэтому, ну, поторопился он, конечно. А вот еще и перехват Трунов. Штрафных теперь от Трунова. Есть. И второй, а второй мимо. Щербаков. Спалил Трунов. Специально. Тарасов 3 очка. Точно. Первый штрафной точен. И этот монолог мне сложно было перебить. Второй штрафной мимо. А тут Виталик раньше времени. Раньше времени Виталик. Минус 6 за 21 секунду. Блокшот. 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 Да, фол. Два штрафных теперь будет бить Виталик Верловицкий. Первый мимо. Второй. Второй точен. Мимо. Ну все, это, наверное, все. От центра Виталик. Зачем, непонятно. У нас закончился этот матч 79-72 в пользу Аделанта. Спасибо за внимание.